Привет, Андрюшенька. Ты где это, в пустыне египетской, что ли, находишься? Да, нет. А где? Вот так, в пустыне. В пустыне, да? Да, на пустыне. Там даже есть лопат. Ага. И дальше. Так, вот там сзади есть товар. Смотрите. Угу. Тут какая-то пустыня. Да. Что же это за пустыня такая, ты нам расскажешь? Мы вообще-то не знаем. Это за пустыня. Наверное, были люди. Конечно, были в древности. А? Люди везде были. А? Здесь было море раньше. Море, да, было. Древнее море. Тут было тоже море. Вот откуда. Вот. Да. Подойдем в пысках. Да. За таким песком обычным. Да. А ты, а ты в каком крае живешь? Как у тебя называется? Красновишек. А какой это край? Пермский. Это Пермский, да, Пермский. Пермский, да. А же не в Перми живем, мама. Ну мы живем в Пермском крае. Нет. Нет. Поэтому у нас здесь такая красота. Знаете, что я сейчас делаю? Знаете? Нет еще. Я сейчас копаю песок, там гора есть. Я там беру... Мочёный песок. Из него я сделаю пирамидку. Мокрый, да, берешь? Да. А? Мокрый берешь там. Да. Так, я покажу, где мой пирамидка. Вот она. Вот тут моя пирамидка. Бывая. Тебе нравится здесь играть, да? Да, только солнце. Да, ты уйди на тень. Тут же не только солнце. Вот здесь, например... Нету солнца. Смотри, какая тут тень. Да пойдем посмотрим, что у тебя есть. Давай. Ты хочешь покушать? Вот иди покушай. Давай мандарин. Ага. Вот, смотрите, что у нас есть. Что ты взял? Так, давай сначала руки отряхай. С руками давай разберемся сначала. Помидорки, огурцы, хлеб, колбаска, картошка и яйца. Ну круто. Будем делать пикник. Ма, угу. Что ты апельсины взяла? Мы же хотели. Ну вот апельсины что-то не взяла, не знаю. Ладно, давай перекусим, пока сделаем паузу. Пока. Пока.